Дорогие друзья, приветствуем вас в пятом нашем эфире. Я Марина, те, кто меня знает, работаю на садоводе, провожу съемки в разных производителей качественного товара. Сегодня погрузилась в свой любимый садовод и стала садоводом для вас, потому как вы наши прекрасные цветы, и смотрите, что я приготовила для вас. В каждом из четырех предыдущих эфиров, посмотрите, это дизайнерские сумки, ручная работа. Если где-то есть потертости, это винтаж, поэтому это все допустимые нормы. Вот такая хороший объем внутри, посмотрите, конечно, здесь все умеренно. Шитье, цветы, камни, стразы, ручная работа дизайнерская. Послушайте, все мы рассказывали, что в связи с закрытием бутиков в торговом центре «Вегас», нашим всем знаменитым, там, где эти шедевры продавались от 9 до 29 тысяч, в принципе, мы сегодня предлагаем вам по 5. В общем-то, их осталось в районе 100 единиц. Смотрите, какое, конечно, исполнение и полная копия оригинала, да? Вот оно все вот так красиво, изумительно. Смотрите, да? То есть каждая модель, естественно, она не повторяется, так как это дизайнерская. Более около 100 штук, пожалуйста, делайте скриншоты, пишите, высылайте фото, понравилось. Ну, это вообще там, допустим, да, вот элегантность сама. Маленькая, миниатюрная, тем более, ну, тем не менее вместительная. Естественно, товар брендовый, с логотипом, дизайнерская работа. Так вот. И внутри, естественно, у стены вот какая-то нежность, да, милота, и внутри точно такая же отделка. Вот шитье здесь присутствует, всякие, смотрите, вот такие вот интересные моменты. Обязательно обращайте внимание, да, насколько это все красиво. И это может быть вот так, смотрите, да, вот это все это ручная работа, все это вот так, и ручки, посмотрите, какие, все досконально, конечно, отчетливо, понятно. Поэтому, кому понравилось, пожалуйста, пишите. Еще раз говорю, количество ограничено. Все предыдущие модели, посмотрите, показывали в 4 аж эфирах. Не повторяются ни одни. Делайте скриншот, смотрите. Насколько вот все, конечно, интересная задумка дизайнера, да? Вот, смотрите, как это выглядит там, допустим, по длине и расположению. Так, покажу вам еще вот эту, смотрите, очаровательная зелень, богатейшая, скажем так, да, и вот такое исполнение, и вот, и опять же говорю, товар дизайнерский, с логотипом, все как положено, но все тут очень отчетливо видно, и смотрите, на закусочку, конечно, я оставлю, это как белый цвет, цвет чистоты, вот это вот вообще просто, не знаю, мне кажется, даже сумка для невест, да, то есть как бы для прекрасных наших дам. Вот это все настолько мило, интеллигентно, красиво смотрится. Надеюсь, мы очаровали вас сегодня показом сумок, потому что все 5 предыдущих эфиров мы показывали. Смотрите, предлагали вам и учтем мы акции. Посмотрите обязательно первый эфир, что эти сумки могут вам достаться и за 3000 рублей. Это шикарно. Так, и тот, кто будет смотреть эфир, уже знает, но мало ли бывает так, что кто-то будет смотреть именно этот. В общем-то, мы объяснили вам, что в связи с закрытием одного из бутика, еще сегодня показываем вещи европейские, брендовые, в разных и Франции, и Германии, и Америка, и так далее. Есть и Турция, естественно, наша любимая. Все в единичном экземпляре пока осталось. Так, смотрите, это вот такой хлопок-пиджачок. То есть внутри он на подкладе. Рукавчик, вот видите, видно, что это хлопок, да? Но внутри, конечно, все интеллигентно сделано. Есть подклад для... И вот так вот все по спинке. Вот смотрите, вот такая длина. Так, хорошая расцветка, пояс есть. Это Германия, размер 50-52, цена 4000 рублей.
И смотрите, будем показывать, я еще потом дальше буду показывать. Но, тем не менее, постараюсь вот по цветам подобрать, да. Сейчас, смотрите, джинсы, пожалуйста, это может быть вот таким шикарным комплектом. Солнечная джинса, хлопок. Цена всех джинсов, что буду показывать, 2000 рублей. Смотрите, хлопок с эластаном. Так, сзади это вот так все аккуратно. Джинсики 46-48 размерчик. Так. Дальше, смотрите, есть вот такая ветровочка. Кому понравится что-то, девочки, во-первых, европейские размеры и разные страны и производители, да? Поэтому давайте в любом случае, кому что понравилось, примерно я размер называю, но тем не менее, присылайте скрины, ваши параметры, я обязательно померю и скажу вам, потому что, ну, чтобы не было никаких расхождений. Смотрите, какая красота. Это вот такая ветровка для любителей наших модниц трасс. Вот так это сзади, смотрите, смотрится. Цена изделия 5000. Здесь размер отличный, с 50 по 54 полный, можно посадить, прекрасно выглядеть. Так, смотрите дальше. Значит, есть, ну, в бутиках очень часто они, скажем так, товар однотон, да, как бы не, ну, это турки, и мы там, Корея, любим сейчас страстные порывы страсс, а вот это все классика очень часто, потому что, ну, любители красоты. То есть вот это все просто вроде бы, но тем не менее все видно. Фабрики и так далее. Хлопок 1500 рублей. Ошибаюсь я. Простите. Сейчас, секунду. А, размер. Это я неправильно сказала. Извиняюсь. 46-48 она в размере. Кстати, сейчас покажу джинсы. 2500. Сейчас покажу джинсики. Извиняюсь. Так. Ним джинсы. Вот эти вот очень классные джинсы. Такой же размер, смотрите, шикарно смотрится, 46-48, хлопок с эластанчиком, ну и все очень красиво смотрится, вот так вот по ножке, смотрите, сделано. Пожалуйста, то есть весь комплект, 2500, 4500, если понравится, и размеры точно так же. Так, смотрите, вот этот изделие, это такое... вязка тонкая, хлопок, естественно, здесь вот под джинсу сделано. То есть это как пиджачок. Хороший, красивый цвет, бирюзовый. И, соответственно, к нему сейчас покажу вам. Сейчас. Есть у нас джинсики. Так. Смотрите. Джинсы с эластанчиком. Ну, такой тонкий хлопок, хорошая, смотрите, ростовка полноценная, высота. Джинсы, я сказала, 2000 рублей, а кардиганчик вот этот 3000 рублей. Здесь размер с 52 по 56 полный. Можем одеть. Поэтому делайте скриншоты, пожалуйста, пишите. Так. Вот, смотрю, попалась и наша Турция любимая, Darkman, хлопок, шитье. Все это, конечно, очень красиво. Смотрите, и опять же, кто знает эти фабрики, вот точно так же, смотрите, какой невероятно красивый цвет, фуксия. Вот оно, шитье, и здесь все красиво, это все хлопок. По 3000, поэтому, девчонки, кто фабрики знает, понимаете, что... Сейчас, что это за цены, поэтому только для вашей радости. Есть вот платье-рубаха, так, смотрите, вот так по спинке это рабочая молния, красиво все смотрится у нас. Размерчик у нас, смотрите, это такой хороший штапель вискоза, который не просвечивает. Ну, платье-рубахи всегда актуальны, то есть с 52 до 56 абсолютно, да. Но, тем не менее, говорю, все, что понравится, обязательно сбрасывайте замеры, чтобы мы не ошиблись с вами. Вот, пожалуйста, вам туника. Ну, любимая, опять же, говорю, видите, как все хорошо. 52-54 полный, и 50-ка будет хорошо. Красивый рукав, полоска, и вот так вот шикарные красные туфли в стразах. Очень хорошо смотрится. Ну, и опять же, здесь так все... Внизу красиво выполнена, хорошая трапеция, поэтому
принципе, по бедрышкам здесь и 56 хорошо будет. 3500, пожалуйста, любимый Даркон, поэтому надеюсь, что это все о чем-то говорит нам, да? Это шифон нежнейший, смотрите, шифон как жаточка, вот так, под юбочку. Размер, ну, на 52, 50-ка тоже будет хорошо. Цена 3500. Так, смотрите, есть вот такая юбка. Сейчас приложу. Это будет вот так. Сейчас покажу вам поближе по ткани. Так, смотрите. Здесь резинка, что очень удобно, конечно. Так, и размер 50-54, 3500. Что-то я тут запуталась в красоте. Так, смотрите. Это такая вязкая вискозная нитка, ну, натуралка. Смотрите, как все красиво смотрится. Да? Кто фабрику знает, все понимаете. 4000 рублей. Вот так по спинке ровненько. 50-52 размерчик. Так. Вот еще одна моделька даркманская. Здесь вот, вот так аккуратно все обработано, смотрите. Трикотажик. Внизу такая легкая трапеция. Размер 48-50. Цена 3500. Да, кстати, во всех эфирах уже в трех стою вот этой обаятельной кофточки с мишкой. Она имеется в продаже. Если кому нравится, пишите, звоните. 2500 ее цена. На мне оверсайз, смотрите, 48 до 54 полного хорошего. Так, смотрите, здесь тоже такая моделечка. Это Турция. Стразы, хлопок рубашечный. Здесь хлопок такой вот, клеточка. Значит, вот так все это красиво смотрится. Размеры. О, смотрите. Смотрите, как это изысканно красиво. Ну, вот это, конечно, невероятно стильно смотрится. Размер 50-54 в посадке. Цена 3500. Так, смотрите. Вот такая кофточка есть. Это такой цвет брусника. Ну, для любителей, да, как бы. Вот. Тонкий, хороший, качественный трикотаж. Фабрика 48-50. Цена 3000 рублей. Так, сейчас покажу две веселые, находчивые рубашечки. Я тут вижу, лицезрею. Значит, это размеры будут 48-50. Смотрите, такой штапель вискоза. Хороший, который вот не просвечивает, да, то есть как бы неважно там на белом фоне. Ну, естественно, вот в жару, кто любит все-таки, как бы, да, вот сзади вот так сделан, смотрите. Кто любит такие модельки, пожалуйста, вот она. Есть такая расцветочка, есть такая же расцветочка, вот еще, смотрите. 48-50, штапель без ластана, поэтому как бы все равно параметры пишите. 3000 рублей, пожалуйста. Вот есть хорошая, тоненькая, качественная, такой шикарный трикотаж. Кофточка, рукавчик где-то будет локоть. Размер прекрасный, 54 до 58 полного. Вот так же смотрите по спинке. Ну, можно и 52, естественно, да, тут как бы без времени. Это Германия. Цена 3000. Так, сейчас вам покажу, значит, у нас есть, имеется здесь... Кому нужно, там, да, ну, часто спрашивают. Ну, это говорю, как бы вот в бутиках они очень часто, конечно, имеют все, да. То есть, ну, это там спрятала красоту. Под низ что-то очень топики. Красивое, топики одеть, да, там хорошего качества. Вот хлопок жатка, смотрите, вот такая, вот здесь так все красиво, на бретелечках. То есть, ну, это, конечно, абсолютно всем. И всегда нужно. То есть вот они есть. Это может быть и вот так. Размеры белые 48-52. Здесь, ну, это хороший такой размерчик. В принципе, смотрите, с 50 до 56 хорошего можно одеть.
Да, и вот в этой модельке здесь смотрим, ну, тоже вот 50, 52, 54 абсолютно, потому что все тут, конечно, тонкий хлопок с эластаном, как нижняя маечка, абсолютно хорошо сядет. Это по 1500 у нас. Так, смотрите, показываю. Есть вот так, ну, майка такая, туничка, в принципе, может, с лосинками очень удобно будет. Размер 50-52. Чистый хлопок, вот такая длина, смотрите, 2000 рублей. Есть вот такая, обычная, без всего лишнего, но очень красивый цвет. Вот вам, пожалуйста, фабрика. Размер 52 и 54 тоже будет хорошо. Тонкий, качественный хлопок, 2000 рублей. Так, есть вот такая, смотрите, маечка. Шитье, шикарно все, да? Вот, смотрите. Размер 48-52. Вот так по спинке все сделано красиво. С юбкой, да, с высокой посадкой джинс, да, ну и как бы шитье. Сами видите, прекрасно, очень красиво смотрится. 2000 рублей, пожалуйста. Так, сейчас вам покажу тут красоту. Красоту. Ну, а вот хотела показать, допустим, смотрите. Вот, и есть вот, пожалуйста, вот такая рубашечка, да? И почему бы и нет? Вот на распашечку очень там, допустим, красиво. Вот такая вискоза под шелк. Вот вам, пожалуйста, бриллиантовая она. Какая-то дорогая коллекция, скорее всего, натуральный шелк. Ну, по ощупу очень, конечно, да, такая. Либо это шелковистая прям вискоза, либо это, конечно, шелк. Но по цене очень праздничная, радужная. 2500. И, пожалуйста, еще смотрите. Вот то же самое. Ну, очень красиво. Вот это все. Да, здесь надо тоже вот какой-то топик поддевать, да, как бы желательно однотонный. Но очень красиво. 48-50 размер. 2500. Шикарная блузка. Смотрите, пожалуйста. Так. Есть красный страстный. 50-52. Такой хороший, качественный шифон. Фабрику, пожалуйста, смотрите. Кто знает, еще раз говорю. Показываем остатки бутика, качественные европейские вещи. Так, 2500 тоже. Смотрите, пожалуйста. Это тоже размерчик будет 50-52. Это Германия. И вот так это все, вот, конечно, изысканно красиво. Кто любит, вот, ну, опять же, да, то есть из того выбора, который мы предлагаем, тут уже на любой вкус. Жабо кто-то любит, вот это очень красиво смотрится, вот, пожалуйста, смотрите. Цена 2500. И, пожалуйста, вот вам еще одна красота. 50-52 размер. Это Германия. Так, и вот смотрите, как тоже все интересно исполнено. То есть вот так под воротничком. Идет такое легкое жабо. Вот такие красивые рукава. И вот так по спинке. 2500, пожалуйста. Так. Есть балерушечка. Мы там в предыдущем эфире показывали тонкого трикотажа. Две красивые. Да, кому, может быть, вот, ну, в принципе, сейчас даже скоро утрышком выходить, на платьишко набросить, пожалуйста, смотрите. То есть размер здесь будет 50-52. Вот такое болеро, 2000 рублей. Так, пиджачки тоже показывали, то есть, ну, как бы, по мере доступа к товару, вот смотрите, вот такая ткань. Это фабричный Китай, похоже. Это фабричный Китай, все возможно, потому что, ну, в бутиках они собирают что-то такое всегда изысканное. Да, фабричный Китай, совершенно верно. 50-52 размер, вот так по спинке, немного, ну, приталенная моделька, вот 7/8 длина, 2000 рублей, пожалуйста. Все, что понравится, делайте скриншоты, пишите. И такой тоже пиджачок, смотрите, очень красивая ткань.
Вот она, это смотрите. Даже не обсуждается. Очень это красивое сочетание цветов, говорят. Да. Вот эти вот нежнейшие ракушки на пуговицах, да. Их как-то раньше только турки тоже ставили, то есть на дорогих вещах. Это размер 50-54. Вот, пожалуйста, легкий, невесомый, практичный. 2000 рублей. Делайте скриншоты, мы с удовольствием вам отправим. Так, девчонки, показывала пару, действительно, смотрите, вот они. Это, если кто понимает, мягчайшая кожа просто. Вот так сделано по спинке. Это такой пиджачок, смотрите. Размер 48-50. Фабрика у нас тоже известна. Вот так Германия. Это еще. Это Германия. И вот так, смотрите, вот, ну, насколько там явно вам видно, что это кожа, кожа, прям изумительная кожа. 8000 рублей. И вот такая курточка. Кто любит классику, стильно, аккуратно, стежка, рукав чуть ниже локтя, 7/8, 3/4, как там правильно, сильно не обижайтесь, если где-то что-то не так слово произнесу. В любом случае, очень стараюсь всегда объяснить и показать максимально все для вас. Аккуратнейшая моделечка со стоечкой, стежка, хорошая длина, размер у нас будет 52. В любом случае, если заинтересует, пришлите параметры, замеры, все отвечу. 6000 рублей, пожалуйста, курточка шикарная. Немножко это не лето, это вот на сейчас немножко с синтифоном. Поэтому в осень это тоже будет максимально актуально. Так, по штанам я буду вам показывать модельки. Все пока по 2000 рублей. Поэтому, что понравится, делаем скриншот. Пишем, а я вам все расскажу. Это может быть вот так. Это хлопок тонюсенький. Так. Это может быть вот так, смотрите. Здесь размер небольшой. 46-48. Нет, 48-50, извините. Это лен. Это лен. Но там, где лен, в любом случае отправляйте. Вообще по штанишкам в любом случае отправляйте ваши замеры, так, 48-52, смотрите, с эластаном шорты, вот так это все стильно, сзади, впереди, смотрите, пожалуйста, шортики напишите, отдадим за 1500. Так, смотрите, здесь у нас 48-52, точно так же, смотрите, какой хороший эластан, Бельгия производитель. Хорошая моделька. Ну, капри, шорты тоже, скорее всего, отдадим, девчонки, по 1500. То есть, пожалуйста, ну, носите в радость. И выглядите, как всегда, стильно. Тоже, смотрите, вот шикарные цвета. Просто сейчас покажу модели 50-52. Видно, да, что все тоже, конечно, лучшие фабрики европейские. 2000 рублей. Вот тут уже как бы, ну, извиняйте, где сможем, в принципе, я говорю, где сможем. Ну, постараемся чем-то вас порадовать, как бы. Так, смотрите, вот такие штанишки у нас имеются. Значит, вот так, смотрите, кармашки сзади сделаны, да? Интересно, замочки. 48-50. 2000 рублей. Так. Видите, какое тут тоже изобилие. Вот так по бокам аккуратные стразики и кармашки сделаны. Вот так сзади, смотрите. Размер 48. Классика черная, очень стильно. Хорошая длина, полноценная. Прям до 1,75 м. Спокойно. 46-48, смотрите. Вот такая моделька у нас имеется. Хлопок с эластаном. Так. Вот такая моделечка рептилия у нас на 48 размер, смотрите, имеется. Тоже все штанишки 2000 рублей. Что надо будет, делайте скриншот. Там тогда, о,
Это, конечно, для самых наших мега стильных дам, любителей вот этого все-таки яркого, стильного, красивого. Смотрите, какой цвет в перелив. Хлопок джинса с эластаном, 48 размер. Так. И вот такие, смотрите, яркие, красивые. Стильные хлопок штанишки. Сзади все вот так, смотрите. 2000 рублей. У меня упала тут красота. Хочу, чтобы вы ей любовались. Вдруг она попадет в эфир. Так. Это вот тоже такое винтажное нанесение принта. Полоска шикарная. Яркая, стильная. 48 размер. Вот смотрите, штанишки в основном 48, да, идут. Поэтому, ну, кто какими размерами, конечно, работает. Так. Показываю красоту. Красоту, красотищу. Вот такую. Здесь 52-54. Очень стильная моделька. Турция. Пожалуйста, приобретаем. Так, смотрите, какова красота. Здесь 46 размер. Кому нужен? Вот такая посадка здесь будет высокая. Смотрите. Ну, вот так вот. В стразах красиво карманы, логотипы. Все для вашей радости. Так, что тут у нас прилетело? Ничего. 50-52 размер имеется вот такое. Золото, напыление золота на темной джинсе. Хлопок с эластаном. Все качество отменное. И снизу по бокам вот так идет молния. Пожалуйста. Все, что понравится, делайте скриншотики. Здесь покажем вот так. Смотрите, винтажное исполнение окраса. 48 размер. Красный же. Такой потертости. И вот так все красиво сделано с одной стороны по ножке. Смотрите. Размер 48. Так, и у нас, покажу быстренько, вот такая длина, смотрите, юбочки. Так, вот так сзади классика. 52-54. 2. Юбки тоже по 2. Юбки. Ну, вот это вот такой, как красивый выбитый жаккард, смотрите, да? Наш любимый Дарквин. Размер хороший, 54 здесь. Но все равно присылайте замеры бедер. И вот такая длина, смотрите. То есть, ну, в любом случае, классика, прикрытая коленка. Так. И закончим мы на вот такой красивой юбке. Сейчас 50-54. Вот здесь у нас... Вот так все аккуратно, красиво переливается. Смотрите, она с эластанчиком. Будет так хорошо сидеть. 50-54. Тоже 2000 рублей. В общем, показали вам невероятное количество товара. Выбирайте, пожалуйста, что вам по вкусу. Пишите обязательно мне на WhatsApp. Сделайте обязательно скриншоты. И, девочки, обязательно присылайте свои параметры. До новых встреч. Всегда рада вас видеть и слышать.